Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс, это у нас с вами игра, которая называется The Iron Oath. В общем-то, эту игру мне дали по раннему доступу, по-моему. Я даже не помню, когда ее дали, где ее дали, тем не менее, она у нас есть, в нее нужно бы поиграть. Из-за неприятного, здесь только английский язык, и я буду стараться не переводить как можно больше. Вот, давайте начнем новую кампанию. Enter Company Name 1, ее title, Sir... А, ну тогда можно... Сир Егор. Знак 5-12. Давайте вот льва тигра. Цвет. Да, в принципе, пофигу. Давайте голубой тигр. Голубой лев. Флаг backwards. Давайте хорватский флаг. Вот. И цвета. Я, знаете ли, люблю пожелтее. Нет, это сейчас такое нельзя. Ну, давайте такое, нормально. Так, skip opening prologue mission. Посмотрим. Iron Man, you get only один save файл. Нет, конечно. Choose difficulty. Difficulty. Слушайте, давайте, наверное, для начала прям послабее возьму, потому что я не верю, что я смогу. Вот так начнем. Начнем кампанию. Буду минимум читать, потому что кому это интересно читать на английском, тем более. Очень интересный сюжетный текст там вываливает на экран. Кто-то его определенно сможет прочесть, но не я. Ага. Деспотичные времена, понятно. Держите в курсе. Так подождите, это всю игру придется читать, что ли? Если это вся игра про текст, я думаю, наше прохождение, наш смотр займет минут 10, потому что разработчики не позаботились о локализации, я не буду заботиться о том, чтобы пытаться перевести людям, потому что я не умею. Я не умею достаточно хорошо переводить. Ну или смешно, так что ни того, ни другого. Вот 12 FPS зашли в чат. И что же мы можем увидеть? Это пошаговый батлер. Ага, так, next line. Континуя. Здесь говорят то, что работяги. Все плохо, начинается сражение. Итого. Раунд 1. Survive battle VSD. My Archer. Ого, мув. Ну я понял, ну господа, ну это ж элементарно. То есть он может по зигзагу ходить, хорошо. Holding throw custom road. Under offers. Так, ну давай пробуем. Ну давай. Это не сложно. Так, perform wait button. Если нету очков действия, я понимаю, можно нажать... Ага, пропустить. В смысле, мне не хватает? Не могу? Ну раз говорят пропустить, значит пропускаем. Так, следующий может обилку. Хорошо. Берем круг огня. И колдуем вот сюда. Только это оказывается не круг огня, а ловушка. Теперь работяги ходят. У работяг, разумеется, хватает на все. И походить, и пострелять. Угу, он получил немножко урона. Так, это я понял. Push and pull. Меня научат. И теперь мега-пупер-флекс удар. Ну-а! И он в яму упал. Забавно. Используется местность. Все, я уже в соляного играю. Нет, все еще не в соляного меня учат. Так, cover character, battlefield, son of next judges. Типа нужно за спину подходить. Просто обычная атака со спины. Ну хорошо, я не против. Я позволю себе все проскипывать, потому что ну камон, это никому не интересно. Цепная молния? Нет. Чего? Void. Этот, видимо, делает зарядку, аж на следующий ход только сможет использовать. Что-то работяга пошел терпеть. Этот в стане был. Ну, зато какой урон, мое почтение. Просто бьем? Хорошо. Они с руки больше, чем обилками наносят. Господи, сколько текста в этой игре. Это просто трындец. Это же, ну, банально, наверное, неинтересно. Нет бы как-нибудь в режиме... Да хотя, наверное, нормально сделано. Просто решил поныть опять. Короче, я так понял, это самый главный парень. И мы слабый эль получаем. Хорошо. Стоп, ноу. Лут. Лутал. Так. Теперь работяги разговаривают. Очень интересно. Очень интересный текст, сюжет. Нравится. Я что-то им в ответ отвечаю. Я даже пытаться не буду читать. Простите меня, пожалуйста. Вот. И теперь мы можем использовать исследование. Жух. Это скаутинг, разведка. Так, телепортируемся, перемещаемся. И здесь какое-то событие происходит.
Так, ты нашел. Чего там? Drop it the hast for alert them. Так, in living find looks. It might belong to someone else. We should leave it be. Короче, можно залутать попробовать. Well, так. Don't expect no sense. Я, короче, два с кем-то и минус два с кем-то. Хорошо. Получил маленькую банку лечения и бандаж, чтобы девок связывать. И какие-то инструменты. Ну, считаю, нормальный. Using provision during exploration. Так, здесь еще провизию нужно юзать. Так, на и было написано. А, может быть, полечить тебя? Нет? Ну, это же очевидно, что можно сделать так. Ладно. Максимально стратое управление, к которому я пока что не привык. И здесь у нас необычный бой. Так неожиданно и приятно. Я могу типа расставить в начале боя, да, всех? Давай вот так. А, ближе не могу. Ну давай так. Start combat. Round one. Fight. Так, этот мужчина идет сюда, чуть-чуть дальше. Скипает ход. И этот красавчик двигается к нему навстречу, но боится. Боится, потому что маленький он. Так, теперь что это делает? Heal a single target range 2. Я могу полечить вот этого красавчика. Очень кривые хитбоксы у всего, что делают персонажи. Максимально кривые, я бы хотел отметить. Пойду через низ. Так, ходит работяга, давай сюда. Будет файтиться, наносит урон неприятно, но мы терпим. Ну и можно, наверное, впитывать идти. Такой ходишь. А, я могу местами с ним поменяться? Нет, не могу. Кроссовчик, вот это бесполезничек. Просто мое почтение этому господину. А, то есть здесь контактный дамаг. Кто же знал, господа? Кто же, мать его, знал, что здесь контактный дамаг? Вот, все, теперь вижу, как это работает. Хорошо, отталкиваем противников. А сверху, наверное, нет смысла. Я могу полечить его. Это нужно сделать. Обязательно. Иначе у него все не очень хорошо. Так, ну теперь давайте красавчика будем использовать. Кого убьем? Давайте вот этого убьем. Это будет мега-убер-зарядка. Нормально, терпим. Но стан повесили, это неприятно. Это все неприятно. Без понятия, что тут говорят. Минус один. Так, работяга. Можно, в принципе, двоих попробовать шмешнуть. Бум. Красиво. Этот почти добит. Отлично. Что-то там написано, что он восстанет. Не круто. Но стоило ожидать, когда ты дерешься со скелетами, правильно? Слушайте, почему вы не миссаете, ребят? Что это такое? Арк Лайтнинг. Угу. То есть я вообще без... А как отменить? Слушай. А, на Е, ладно. Но управление все равно максимально дерьмово сделано. Ну вы видите, я хочу скелет выбрать. Я выбираю этого. Чтобы скелет выбрать, нужно скелету на член навестись. Только тогда что-то получается. Да, управление, конечно, я не знаю, кто делал. Явно кто-то не сверхразумный. Так, ну тогда, получается, надо к лучнику идти. Как бы не хотелось этого делать. Кулак ярости. Только почему-то он может либо этого сделать. А, я не сходил. А, я в дырке стою. Етить я дурень. Слушайте, я что-то не понимаю, как это работает. Ладно, буду просто бить. В надежде, что мы не провалимся. Так, работяга встанет. Могу его ударить, чтобы он не встал? По идее, да, этот рэпнулся. Отлично. И этот терпит. И этот терпит. И этот убивает. Он еще жив немножко. Добивали тебя. Хорошо. Просто бьем. Какой бесполезный каратист у меня в команде, оказывается, затесался. Ты только посмотри, девка хилит. А это что делает? Ну, конечно же, я не посмотрю, что это делает. Да, надо фиксить игру просто. Как можно скорее, тут столько косяков. Под ноги ему не могу кинуть, очень жаль. На самом деле. Ну давай еще разок скоси, братишка. Нет, в этот раз он попал. В этот раз он таки сумел.
Да делать-то нечего. Что это? Channel Line Damage Shield to Hurst. Интересно. Ей, мы справились. Лутов. Каждый персонаж немножко прокачивается, и мы сможем дальше прогрессию нашу совершать. Тут что-то опасное происходит. Ну, одна кнопка выбора, выбираем. Что такое? Виноград. Пойдемте с виноградом. Заблокировано. Нужно по кругу идти. Здесь тоже заблокировано. Пас. Ну-ка. Так, можно подвинуть. Blessed Magic. А давайте мэджиком. Кто-то опять в плюсе, кто-то опять в минусе. А там этого не было предложено. А имею ли я возможность вернуться и еще раз нажать? Нет, здесь нельзя двигать. Очень нажали. Здесь какое-то событие снова. Enemy preparation. You force not well aware of your preference. Я, короче, нападаю на противников, да? Или нет? 10% чего-то. Очень много всяких очень интересных механик, не поверите просто. Так, ну и тут куча работяг. Да, может прям так? Я вообще никого не могу двигать, по всей видимости. А могу, смотри. Ой, какое ублюдское управление, господи, зачем это было сделано, а? Так, ну чё, я, наверное, пойду сразу его в яму кидать. Каратист позорный, хоть для чего-то он может нам пригодиться. Fist of Fury ничего не может сделать. Ну, атака, атакую. Хоть что-то. Глефу точит, опасно выглядит. У-у-у. Нормально, мужчина терпит. Так, я иду сюда и начинаю колдовать какую-нибудь хрень, но ничего не могу. Почему ты не достаешь, родненький? Нет смысла, тогда скипаем ход. Здесь милишников много, что неприятно. Так, это что? Deal damage to target in row second lines. Почему нет? Попробуем. Для двоих это было бы максимально эффективно. Я думаю, есть смысл добить этого. Может быть, конечно, там какой-нибудь эффект горения был бы. Но нам это на данный момент не интересно. И я снова не могу эту штуку юзать. Давай так попробуем. А я все равно не могу ногой бить. А какого? Без понятия, честно сказать. Ну что, девка, наточила свой топор? Нормально, кровоток повесила, дрянь кудлатая. Просто режем ее. Фигеть делать. Ну, звуковые эффекты достаточно приятные, что и говорить. Тут девка-танк по щам получает. Нормальный фиг кросочно. Подходим сзади со спины. И такой та-ша. Бум. По жопе девки. Что-то она опасное делает, но мы ей не дадим. Это такой пролог. Ё-моё. Так, здесь какое-то снова событие очень интересное. В любом случае, один вариант ответа — это хорошо. Битва будет. Что это? Босс уровня? Так, sudden movement... Видимо, файт написано. Так, ты что, босс качалки? Их как-то по-любому можно поглядеть, но я не буду это делать. Я поближе своих бойцов выведу, чтобы уже сразу мочь атаковать. Думаю, это хороший план. Так, ну шо, чепушильные. На единичку сюда. Тут, наверное, как-то отдыхать можно. Я пока совершенно не знаю, как ни хера себе они ходят. А, ну то есть второго. Я испытал фиаско, разумеется. Слушайте, здесь определенно как-то можно отдыхать, потому что, видите, у меня закончились эти штуки. То есть я изначально проиграл бой, не начавший его. Даже не бой, а битву. Последнее применение молнии есть. Надо бить. Хотя бы сколько-то урона наносить. Он сейчас девку будет бить. Это похоронная для девки, раз такая анимация. Да вроде нет. Просто достаточно много урона внесли. Могу ли пить? Могу. Так, что такое? Blazing Lens. Давай. Кия. Скелеты же не горят, да? Кто ходит?
Ну и чё, этот дебил застрял-то, я не понимаю. А, вон как это работает, господи, а почему ж... Это типа какая-то контратака была? Не понимаю, к сожалению. То есть он через расстояние это делает. Бесполезный парень нанес станлок. Опять же, было бы на русском, было бы понятнее. Интересно, смогу ли я ее спасти? Делать нечего, идем в милишку. У всех на полписечки остается, они живут. Только посмотри, как говорится. Девку надо спасти, ребята. Что это такое? Опляуху дают. Так, ну надо последнего, работяги, давайте. Собираемся с силами. Это вряд ли пойдет. Так, какое управление великолепно. Если я пройду, ударит что-то? Нет, ничего не произошло. Я, к сожалению, ничего не смог сделать. О! А, так это новые появляются? Ой, хорош! А почему так? Интересно, конечно, девки пляшут. Добиваем, чтобы он не встал. Так, девка, живи. Чё, почему они встали, я не понимаю. О, этот на расстоянии может пулять. Скорее всего, это наша остановочка, господа. Какой-то бесконечный энкаунтер. Как вы можете понимать, я все это делал без микрофона. Но ничего страшного. Мы, наверное, даже добьем этого сейчас. Если повезет, то не проиграем раунд. Но только если этот мужчина будет попадать. Может, его задавит просто? Отлично. Походу, это последний был. Кто-нибудь может ходить? Очень надо. Он даже бить не может. Так, я дал руку чью-то забрал. Кто-то плавлапнулся. Теперь ему можно обилку прокачать. Ой, как интересно. Ну, буду самую большую характеристику качать. Ой-ой, dash range. Давай dash range. Apply. Хорошо. Так, кто-то один? Spend points. Какие поинты я не прокачал? Какие поинты я не прокачал, игра? Acrobatic, supply, confirm. Так, и вот этот парень прокачался. У него mind больше всего. Будем качать mind. Здесь range. А здесь... Давай range. Rage. Окей. Лутол, и идем дальше. Просто интересно, когда-нибудь этот энкаунтер закончится или нет? That must be other... Короче, здесь будут другие, скорее. Здесь, скорее всего, наших победят. Может и нет. По-моему, у них все отлично получается. Так, континуем. Мы нашли выживших, отлично. Вот, наконец-то теперь можно что-то зарекаверить. Че, я могу что-то сделать? Типа сводка, как мы сделали, что мы залутали. Двигаемся дальше. И вот у нас карта мира. Ну, тупо Mountain Blade. Господи, сколько текста в этой игре, это просто трындец. Но без шуток, мне вполне себе понравилась игра. Была бы она на русском, я бы, может, даже подзалип. Очень много годных, клевых механик. Красиво нарисованная, прикольная анимация. Какой-то файт зародился, что-то вообще без понятия, что происходит. Окруженные все дела.
А, мы теперь почему-то друг с другом деремся. Очень странно. Начинается файт. Врать не буду. Я честно не вижу смысла дальше смотреть, потому что мы уже вроде поглядели. Также это будет движение по городам, разные энкаунтеры, прочее, прочее. В любом случае, премного благодарю за возможность поиграть в эту игру. Надеюсь, вам понравилось. Также премного благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья и побольше. Играйте в хорошие игры. Как-то так. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.